Вот сейчас взрыв прогремел у нас. От нас где-то метров 500, 300-500 метров. Дом весь, да, воду будут лить, оно током будет лить. Дом весь разрушился. Раненые люди. Дом в хлам, соседский дом. Машины. Здесь соседский, напротив, хлам. Здесь все. Дом горит, блин. Все рушится. Сейчас он пожарная едет. Вчера он ранение люди. С Сережей все в порядке, все. Здесь у соседей напротив все в хлам, он валяется. Здесь все в хлам дом. Ой, блядь. И здесь даже, вон далеко, и здесь тоже хлам, здесь хлам. Охренеть, блин. Поэтому посмотрим, если нужна будет экспертиза, то приедут строители, сделают экспертизу, если там несущие какие-то или конструктивы, что-то поливание, замок. Ну, это у вас. Случай, это, да? У вас. Это, да. Поэтому просто подождите, сейчас достаточно большой радиус, но все равно видим уже, что это право работает.